В эфире «Еда. Живая и мертвая». Научно-кулинарная программа о том, что мы едим и как это влияет на здоровье. На нашем сайте www.eda.show непрерывно принимаются вопросы от зрителей. И автору самого интересного вопроса я каждую неделю отправляю одну из моих книг, вышедших в серии «Еда. Живая и мертвая». Вот кто стал победителем на этой неделе. Зоя Борисова из Москвы спрашивает. Прочитала, что если при артрите исключить из рациона овощи семейства посленовых – томаты, картофель, баклажаны, болгарский перец – то уже через 2-3 месяца симптомы болезни пойдут на спад. Правда ли это? Отвечаем. Специалисты говорят, что некоторые виды посленовых действительно могут влиять на протекание артрита. Так, в стручковых перцах содержится алкалоид капсаицин. Но в сладких сортах его немного, и для суставов он полезен. Стимулирует кровообращение, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. Максимально оно проявляется, впрочем, при наружном применении, например, в мазях. В больших количествах этот компонент, наоборот, может привести к обострению симптомов. Возможно, больным и правда стоит воздержаться от переедания острого перца. Впрочем, данных о конкретных дозах исследования не приводят. Усилить воспаление суставов теоретически способны и томаты. Томатин, содержащийся в помидорах, связывает свободный холестерин. А свободный холестерин нужен в том числе для катаболизма пуринов, для распада пуринов, в котором именно выделяется мочевая кислота. То замедление процессов именно расщепления пуринов приводит к большей концентрации мочевой кислоты. Впрочем, реальные негативные последствия проявляются крайне редко. У некоторых людей бывают и иммунные реакции на этот овощ. Но если после съедания парочки помидоров боль через 6-8 часов не усиливается, значит все в порядке, и томаты принесут только пользу. Известно, что они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Другие посленовые, в том числе и картофель, тоже скорее хороши и для всего организма вообще, и для суставов в частности. В шкурке баклажана, например, содержится насунин, выводящий свободные радикалы и этим облегчающий течение ревматоидного артрита. А характерное для всех посленовых вещество анатобин уже применяется в лечении суставной боли как биологически активная добавка. В общем, слухи из интернета действительности не соответствуют. За очень редкими исключениями овощи суставам помогают. Хотя, разумеется, и не заменяют терапию, прописанную вашим лечащим врачом.